8 сентября – день подразделения специального назначения органов наркоконтроля России. Задача спецназа – обеспечение безопасности сотрудников силового ведомства и граждан, оказывающих содействие наркополицейским. Они каждый день рискуют своей жизнью и первыми идут на боевое задание. Уже 4 года ни одна операция наркополицейских не обходится без участия сотрудников спецназа. Успешная работа под надежным прикрытием говорит о том, что решение о создании подразделения было верным. Ну, чтобы с оперативными сотрудниками ничего не случилось, то есть это в первую очередь их безопасность. То есть наша задача – это их безопасность и дальнейшее сопровождение уже задержанных лиц. Вот, также кинологическое обеспечение. Непременный помощник наркополицейских – разыскной пес Зевс. За 4 года на его счету сотни удачно выполненных заданий по обнаружению наркотиков. Буквально неделю назад в составе оперативного отряда он обезвредил банду наркодельцов. Ну, в принципе, ищет он. Как бы я ему иду в помощь. А я уже смотрю, как собака работает. Достижения и награды Волгоградского наркоконтроля теперь в музее боевой славы. Он открылся на базе ведомства недавно. В нем собраны исторические материалы, оборудование для оперативно-розыскной деятельности и все, что помогает наркополицейским бороться с преступностью. Сотрудники спецназа демонстрируют школьникам свою экипировку. Шлем, бронежилет, щит. В общей сложности все это весит 30 килограммов. Такое снаряжение по плечу только самым крепким. Музей прежде всего он рассчитан, конечно, на наших молодых сотрудников, то есть вновь прибывших на нашу службу. Они обязательно посещают его, знакомятся с историей создания управления наркоконтроля по Волгоградской области. Но надо сказать, что вот буквально сегодня мы официально сделали открытие для наших гостей и наших школьников. То есть, конечно, безусловно, мы не обойдем это стороной. В будущем, говорят организаторы, музей волгоградских наркополицейских станет центром патриотического воспитания молодежи. Здесь будут проходить экскурсии, где школьники будут знакомиться с профессией наркополицейских и приобщаться к здоровому образу жизни. Людмила Кухарева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».